Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче». Поехали. Помните этого малого с обложки культового альбома Нирваны? Его зовут Спенсер Элден, и он подает на музыканта в суд. Он обвинил их в сексуальной эксплуатации и заявил, что его родители не подписывали соглашение на публикацию фото. А альбом Nevermind 1991 года, напомню, разошелся тиражом более 30 миллионов копий. А ну а сколько стоит в этом году собрать ребенка в школу? Чиновники посчитали, что оптимальная стоимость экипировки для школьника младших классов составляет от 280 до 800 рублей. Старшеклассника чуть дороже. Это деловая спортивная одежда, рюкзак, констовары и прочая мелочевка. Журналист «Сильных новостей» прошлась по базарам и магазинам Гомеля и выяснила, что собрать ребенка в школу и при этом уложиться в сумму менее 300 рублей сложно, но возможно. Ну а сколько вы потратили на это денег? Время шуток про голубцы, потому что сейчас речь пойдет о средней зарплате по стране. Так, по данным Белстата, в среднем за июль белорусы зарабатывали по 1470 рублей. Это до вычетов налогов. А в лидерах, конечно, Минск. Там в среднем зарабатывали 2060 рублей. Ну а в Гомельской области средний заработок составил 1317 рублей. В лидерах, конечно, IT. Ну а меньше всего зарабатывали в парикмахерских и салонах красоты.